Сегодня 30 декабря 2023 года. Завтра последний день 23 года, начнется 24 год. Я вышел на пляж. Сейчас 5 часов вечера. Ничто не говорит о том, что Новый год. Нет никаких елок. Можно видеть, как поправили пляж бывшего отеля Капелла. Засыпали новый песочек. Ну и народ, пользуясь выходными, приехал отдохнуть. Вот здесь стоял экскаватор, черпал песок, поэтому получилась снова такая симпатичная лагунка, где не глубоко, и можно плескаться. А я пройдусь по пляжу. Кто собирается встретить Новый год в снегу, в холоде, можете посмотреть на обнаженных людей, загорающих под теплым солнцем. Сейчас очень хорошая погода, очень комфортно. Ночью 24-22 градуса. Не жарко. Не надо даже включать вентилятор. Хотя местные приезжают в отель и непременно просят, чтобы работал кондиционер. Без кондиционера они жить не могут. Спокойно очень. Хорошая погодка для рыбалки, но люди, в будние дни. Я хожу здесь, бросаю спиннинг. Но сейчас это невозможно. Можно уйти вдаль, на камни. Но я решил просто прогуляться. Никто не готовит оливье, винегрет, селедку под шубой. Спокойно пройдет завтрашний день. Пройдет очередная календарная дата, наступит другой год. Вот и все праздники. Где-то, конечно, в ресторанах народ будет отмечать это событие. Но, повторяю, это совсем не так, как отмечаем Новый год мы. Ну или отмечали, потому что сейчас, конечно, ситуация такая, что праздновать особо и нечего. Дует северный ветер, то бишь с суши, и поэтому на море волн нет. Можно спокойно плескаться. Народа не очень много. Не забито, как в старом Хуандолио. Там общественный пляж обычно в такие дни полностью загружен. Здесь у нас спокойно.
манера местных купаться в одежде. Это что-то. Вот такие традиции. Как они говорят, мы христиане. Мы не хотим показывать много тела. Ну-ну. Кого-то массируют. Не без этого. Предлагаются все услуги. Гаитянские торговцы разносят свои сладости, бананы. Очень прозрачная вода. Дождусь, когда наступят будни, если погода не поменяется, то непременно на рыбалочку. Даже здесь, в дорогой резиденции, не вижу я никаких елок или подобия елок. Ну, Рождество прошло. Для доминиканцев Рождество – это праздник. А Новый год, говорю, да так, наступил и наступил. Прожили еще один год. И ладно. Было бы что покушать, был бы рис с фасолью, да холодное пиво. Считай, жизнь и хороша. Здесь играют в футбол. Здесь пытаются играть в волейбол. И вот девушка со всякими вкусностями. Торговец сувенирами. Салют.
Hello, Manfred. Good. Good. Viele Leute. Viele Leute. Menschen, ach hier. Na, ich wollte fischen, aber. Здесь когда-то была куча мусора, чуть-чуть ее осталось, две даже кучки. Но так как вода отошла, получился такой здесь тоже небольшой кусочек пляжика. Раньше были камни. Здесь безлюдно, песочка здесь мало, бревна лежат, которые никто не убирает. Поэтому народ здесь неохотно отдыхает. Кстати, вот здесь можно было бы покидать спиннинг. Народу нет, никто не мешает. Saludo. Yeah, I'm fine, thank you. Hola, hola. Thank you.
Ну вот и закончились наши пляжи. Вернее, кусочек пляжа. Дальше пошли. Камни. Вот такая у меня сегодня была прогулочка. 30 декабря 2023 года.